Здравствуйте, Валерия. Наконец-то я записываю это видео. Записываю ночью. Люблю это время суток, так как мысли, формы чистые, люди спят, ничего не летает в пространстве. Я нереально благодарна за то, что я с вами познакомилась. Я нереально благодарна за то, что я прошла курс возврата энергии этим летом. Так уж вышло по моей природе, я работаю с людьми в качестве, ну, это называется здесь ясновидящая, на самом деле это не совсем так, я просто считываю определенные вещи с пространства, что-то могу видеть, что-то могу корректировать. Но я даже не представляла, что я сидела в коконе, просто я вот как бабочка распустила просто свои энергетические крылья, может быть, это звучит поэтично, но это факт, после возврата энергии. Просто искренняя благодарность, потому что у меня так все закрутилось. Я так начала просто... У меня тут кошка бегает, смешит меня. Я так начала просто рисовать свое пространство и получать то, что мне надо. Да, я сейчас не нахожусь на том уровне, который бы мне хотелось, но я иду туда. И все, что я не нарисую, все, что я не создам, оно происходит. Энергия словно высвободилась во мне. Поэтому я искренне за это благодарна. На данном этапе сейчас прохожу курс квантовой сингулярности. О боже, это тоже прекрасно. И сейчас я пока еще на пути. И насколько открывается просто видение через глаза внутреннего. Я не знаю, как это объяснить. И на 6-й практике, когда я почувствовала себя водой, я... Вот, Валерия, вот вы... Все, что я когда-либо знала, чувствовала, сложили в один пазл. И для меня сейчас ясны в пазле многие вещи, которые были ясны изначально по своей природе. И благодарю за это. Так вот, насчет 6-й техники. Теперь я как вода могу переходить из одного пространства энергетически в другое. Благодарю вас. А еще я бы хотела сказать, что после знакомства с вами все парадигмы, которые я когда-либо чувствовала, они сложились все воедино. И теперь я знаю, что я не сумасшедшая, что со мной все в порядке. И мир стал как-то сам помогать. Вот какие-то силы вокруг, они просто меня оберегают. Они куда-то меня... О, пришел друг мой. Они куда-то меня направляют. Подсказывают, и это так на самом деле чудесно, что ты хочешь. Поэтому мысль потеряла. Котя ко мне пришла. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Я хочу продолжать обучение, я хочу идти дальше, хочу идти выше, хочу открывать в себе все новое и новое. И спасибо за то, что открыли глаза на New Age. Всех почистила пространство, я больше не... Господи, отвлекают. Я больше не буду... Ну, были такие периоды в жизни, когда я была типа жертвой, как бы всех прощала, думала, что это правильно, раздавала свою энергию. Сейчас у меня идет этап накопления моей энергии в отречении в определенном. И это прекрасно, и я за это тоже очень благодарна вам. Это тот случай, господа, когда приходишь домой и не можешь с коридора выйти ночью. Такая атмосфера совершенно другая. Вот вокруг люди спят, а ты не спишь. И нет никаких в воздухе информационных вибраций. Никто ни о чем не думает. Нет никаких волн энергетических. Вы меня, надеюсь, понимаете, о чем я? Кстати, я совершенно ничего не пью, ничего никогда не употребляю, не курю. Все на чистый разум происходит. И тут я задумалась, как эгрегор данной местности влияет на нас, на людей. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, какие бы мысли мы ни извергали из своего разума, эгрегор очень сильную силу... У меня тут кошак бегает. Смеши меня. Эгрегор очень сильно влияет на нас, к сожалению.
Вот как вы думаете, какой эгрегор у нас в Калининграде? Понимаете, о чем я? Тема на самом деле очень серьезная. Еще очень важно, какой эгрегор создает сам человек вокруг себя. У каждого человека он тоже есть. Это зависит от людей, с кем он общается, партнеров, с кем он когда-либо взаимодействовал, мысли, формы, которые он отправляет в мир, слова и так далее и тому подобное. Позиция жизни, убеждения. Все. На этом пока. Все.